Но сотрудники наркоконтроля в очередной раз перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в нашу республику. Деятельность преступной восьмерки, трое из участников которой проживали в одной из стран ближнего зарубежья, была пресечена в короткие сроки. Схема криминальных действий преступников оказалась, на удивление, простой. Являясь оптовыми поставщиками, они приезжали в Чебоксары на работу так называемым вахтовым методом на срок от 1 до 3 месяцев. Их преступная задача вдали от родных мест была несложной. Они создавали на территории региона тайники с оптовыми партиями наркотиков. Информации о работодателях преступники не располагали. В ходе проведения наркополицейскими оперативно-розыскных мероприятий участники преступной группы были задержаны с поличным. Всего в рамках операции из незаконного оборота было изъято порядка 2 килограмм синтетических наркотических средств. На данный момент сотрудники наркоконтроля проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить личности всех членов организованной преступной группировки.